Здравствуйте, друзья! Среда, утро. Мы отправили домой, в аэропорт отвезли Михаила Бородянского. И я вот сейчас двигаюсь на работу. И хочу рассказать вот ситуацию, которая сложилась вчера, во вторник. Началась новая группа. Хорошая такая, очень-очень симпатичная группа. Ну и поскольку моя задача на первом уроке как бы такая в значительной степени мотивационная, объяснить, что вот как бы это процесс, это сложно, у каждой стороны есть свои обязательства, там и как бы работа, которую необходимо выполнить, ну и так далее. Я там все это рассказываю. И у меня есть такая мулька, которую я, ну, каждый раз практически, если не забуду, значит, использую. И мулька это состоит в том, что есть вот такое слово английское commitment. Значит, commitment это вот как брать на себя обязательство, что ли. Ну вот так мы можем перевести. Нет так, такого, чтобы одним словом. Во всяком случае, я не знаю, у меня нет подходящего русского слова. Ну так вот, брать на себя обязательство, по-серьезно. И вот commitment. Значит, я им говорю, что ну надо иметь commitment, потому что если у тебя commitment-а такого 100%-ного нету, а есть там 1%, знаете, где-то вот ты себе оставил, там 99 у тебя есть, а вот 100 у тебя нету. Всегда в жизни бывает момент, когда ты вот наступишь на этот 1%, и тебя куда-то вынесет в сторону. И вот, соответственно, значит, у меня есть такая мулька, где я показываю им идею вот этого 100%-ного коммитмента. Ну и так я ее показываю, так, шутя немножко так, с юморком. Ну и вот я говорю, я всегда так примерно делаю. Я говорю, ну там, девчонки, я говорю, кто вот, холостые есть тут, значит? Ну и девушка такая холостая, симпатичная невероятно, такая очень хорошая девочка поднимает руку. И я говорю, вот давай мы с тобой. Ну там их несколько было, но вот я на эту глаз положил. Я говорю, давай мы с тобой поработаем. Она такая, видно, что веселая. Знаете, так мрачных нельзя вытаскивать, они могут расстроиться. Веселая такая девочка, хорошая. Я говорю, слушай, говорю, вот представляешь, говорю, вот молодой человек, симпатичный, все нормально, все при нем. Вот он тебе говорит, давай, говорит, выходи за меня замуж, говорит, и у меня к тебе 99% коммитмент. Ну и, в общем-то, в этом месте она должна была бы сказать, во всяком случае, до нее все говорили, говорит, а почему не 100? Ну, то есть, куда этот процент ушел? Ну вот почему не 100, понимаете? В такой ответственный момент, когда девушке там предлагаешь руку и сердце, и вдруг на тебе 99. Ну, то есть, как бы задумка такая была. Она так смотрит и говорит, ну, 99 неплохо, говорит она. Значит, и народ начинает ржать, потому что, ну, может быть, они как бы реалистично понимают, что 100, может быть, это как бы в жизни редко встречается, но, во всяком случае, ситуация такая, знаешь, тебе предлагают. Кроме того, они понимают, к чему я клоню, в общем-то, и поэтому, он говорит, 99 нормально. Я говорю, ты знаешь, говорю, может быть, у него там и 90 нет, но все-таки он же предложение делает, он должен как-то впечатление на девушку произвести, как-то ее, ну, как-то эмоционально как-то поддержать. Она говорит, сказал бы уже 100. Она говорит, ну, Майкл, говорит, ну, если у него 90, а он говорит, то значит, он меня обманывает. Я не хочу, чтобы меня обманывали. Я, говорит, считаю, что 99 не так плохо. Мы, говорит, в реальном мире живем, говорит, ну, что я буду, говорит. Ой-ой-ой. И так эта вот дискуссия наша происходит, значит, народ ржет. Вот, тут такой маленький гугловский кар стоит справа, если вам видно. Я не знаю, прямо у светофора стоит такая мысипусечка самоходная. Хотя там человек сидит. Да, и вот, значит, я думаю, ну надо же так. Потом уже урок, когда окончился, я иду там, с нашими девочками сижу там и рассказываю им эту историю. Ну и одна мне говорит, ну послушай, говорит, ну будь реалистом, ну где ты видел 100%? Знаешь, начинаю. Потом я как-то удивляюсь. Я говорю, ну всегда, вот сколько я эту мульку играю, вот столько мне всегда говорили, что 100%. И вдруг вот так неожиданно. И, значит, они говорят, ну, может быть, это вот как бы русская женщина, она так как-то, может быть, для нее это кажется нормальным, может быть, для индуски это как-то необычно, а вот там для нас 99, иди еще найди 99. Потом я смотрю, уже там постарше женщина идет, я говорю, женщина, говорю, постарше, идите сюда, я говорю, вот как вы отнесетесь, думаю, может, поколение другое. Она говорит, слушай, говорит, 99 совсем неплохо, говорит. Я думаю, ну, вообще, я попал. Ну, уж прямо не знаю даже, куда деваться. Вот. И там уже София наша идет. И я говорю, София, говорю, а
Софии там такая, ну, история была жизни непростая, то есть у нее погиб первый муж, и она второй раз замужем. Ну и я говорю: София, вот такая ситуация. Вот понимаешь, говорит, вот там тебе предлагают руку и сердце и говорят 99% коммитмент. Вот что вы скажете? Она говорит, тут совсем не такой, значит, она говорит: ну, у меня вот сколько было, столько было 100%. Вот такая неожиданная фраза, которая заставляет задуматься. Ну, в общем, к чему я рассказываю, друзья, что так иной раз это задаешь вопрос, и ответ, казалось бы, очевидный, а дальше ты оказываешься не то что в меньшинстве, а вообще в одиночестве. Вот говорят, значит, ты что, говорит, тебе мало, что ли, 99%? Вот так вот. А я говорил о 100%, не имею в виду, что в реальности у человека есть 100%, не знаю. Но, во всяком случае, сказать себе, что у меня 100, это очень важно. Человек, который сказал, что у него 100, это лучше, чем человек, который сказал, ну, не бывает же 100. Понимаете, он оставил, он дал место чему-то уже. Еще не начав, он уже дал ему место в своей жизни, и это место может оказаться занятым вот этим самым случаем, который вышибет его из седла. Поэтому так бы я сказал. Я встречал людей со 100% коммитментом к решению каких-то задач там в их жизни. Вот, так что такие вот дела. Все, ребят, я хотел просто вас немножко так повеселить вот такой конкретной ситуации. Хотя, может быть, вы сейчас скажете: а что ты действительно прицепился, что тебе 99% мало и так далее. Я спорить не буду, просто рассказал. Счастливо!